Наиболее сегодня требуемым в нашей повседневной жизни это кон созидания и творения. О чем он говорит? Нам боги или Бог дал дар созидать. Что такое созидать? Это идеи, которые в нашем воображении приходят нам или во сне, или мы что-то замыслили сделать. И затем мы творим, мы делаем руками, овеществляем в физическом мире вот ту идею, которая у нас возникла в нашем воображении. Что является первичным в здоровье? Это то, что мы принимаем извне, от предков своих, от богов, из космоса, от земли, от деревьев, от дома, в котором мы живем. Вот мы принимаем эту энергию, информацию, которая к нам приходит идеально чистой. А когда она в нас входит, то смешиваясь с нашим эгом или характером, разливаясь по органам и системам, она приобретает иные свойства и качества, смешиваясь. Вот эта смесь свойств и качеств определяет наше физическое здоровье через информацию, через наше восприятие, через наши органы и системы, о которых мы будем говорить и рассказывать, как это происходит. Затем, поступая на физические проявления, где-то у вас что-то вылезло, где-то что-то заболело. И вот эти проявления физические, они служат индикатором тех или иных заболеваний, которые заложены в нашем характере, а причиной является наше невыполнение конов или покона, по которому живет все мироздание. Например, сын подарил маме открытку, своими руками создал ее и подарил маме радость. Отец с сыном сделали табуретку, вложили душу в нее, и табуретка служит им долгое время, также давая радость от этого творения, которое отец с сыном сделали. Кстати, кто-нибудь задумывался над тем, какую роль играли игрушки раньше в нашей жизни? Мама, бабушка делали игрушки простые, без лика, и детям своим давали эти игрушки, вкладывая в них душу свою, образ свой. И эта игрушка была любимой. Она к сердцу дарила тепло, которое вложила в эту игрушку мама или бабушка, и дочка или внучка, держа игрушечку у себя около сердечка, получали эту сердечную энергию. Она служила как оберег для девочки. И в данном случае отец сделал вместе со своим сыном или дед вместе со своим внуком меч или саблю. И я помню, мы в детстве тоже себе делали. Отец приносил или клюшку, или что-то. Он вкладывал в нее душу. И мы играли, получали радость от нее. Вот это есть творение. Еще раз скажем, что главное для здоровья – это как раз энергия, информация, которая в нас вливается. От богов, от космоса, еще раз повторюсь. И что такое разница между созиданием – это энергия. А творение – это овеществление в явном мире того, что вы задумали сделать. И корень вар в данном случае, задумайтесь, где он применяется, сварганить, сварить и так далее. И мы как раз вот эту подземную внутреннюю энергию используем для того, чтобы овеществить ту идею, которую вы задумали. Второй тип энергии – это жар. Это солнечная энергия внешняя, которая то, что вы задумали сделать, покрывает корочкой. Вот корочкой покрыть, чтобы не расползлось созданное вами. Эта энергия мощная. Жар, который, подчеркиваю, сохраняет форму вами созданной, закрепляет, отвердевает ее. Есть еще энергия божественная, высшая, которая называется пра. От этого корня исходят все наши слова, связанные со справедливостью, с правдой и так далее. Правила. Вот пра-энергия – это то, что идет энергия от Бога, энергия информация. И это надо не забывать, потому что это главное для нашего здоровья. Впустить энергию, оценить правильную информацию, распределить эту энергию по органам и системам, о которых мы с вами будем говорить. Например, энергия вар входит через исток, нижнюю чакру. Мы вам это покажем, как она входит, как распределяется, где хранится, что с ней делать, как ей управлять и так далее. Это первое распределение энергии
И усвоение энергии в нашем организме – это и есть здоровье наше, первичное. Потому что без этого, думая о том, что вы поправите здоровье только через питание, только через воду или только что-то, там какие-то таблетки принимать, это неправда. Никогда вы не поправите свое здоровье, исключительно принимая какие-то продукты или медикаменты. Потому что в основе нашего здоровья лежит энергия и информация. И вот когда вы будете изменять свое отношение к миру, у вас будет восстанавливаться ваше здоровье. Ратников Борис Константинович, генерал-майор в отставке Федеральной службы охраны. И сейчас мы поговорим о душе, о духе, о детях, о том, что является основой нашей жизни вообще. И жизнь не только на Земле, но и во Вселенной. И вообще, что правит миром. Душа – это энергетическая матрица из ячеек опыта. И душа, она через чувственную сферу, она набирает ту энергию, в которой человек живет, существует, потому что основная задача – это эволюционное развитие души в этом теле. Как в этом случае относиться к кармическим делам? То есть в традиции православной ведической есть богиня Карна, которая следит за поступками людей, собирает все их хорошее и плохое и определяет, соответственно, их дальнейшую судьбу. То, что известно мне, да. То, что мы получали с помощью вот своих психотехник, информацию, там было сказано, что когда душа готова к реинкарнации, то ее знакомят полностью с ее судьбой, которую она должна пройти вот в новом теле на Земле. И если ей положено даже вот умереть в детском возрасте, ее предупреждают, что вот то-то, то-то, ну, то-то. Вот. И если вы согласны, вы по-новому, значит, воплотитесь на Земле в новое тело и так далее. И вот она как бы негласный договор подписывает вот с теми условиями, которые ей выдвигают для новой реинкарнации. Но когда она приходит сюда, уже в тело внедряется, в человеческое, то здесь начинает работать закон свободы воли, закон выбора. И вот не всегда он совпадает с тем, что прописано вот с этой программой, с жизненной. Ну да, да, конечно, конечно. И вот те вещи, которые, от которых отклонение идет, они и представляют собой вот эти кармические долги, которые должны отработаться в следующей жизни. И здесь просто уповать-то на кого-то нельзя, поскольку все это с согласия идет. Но, собственно, согласие души, которое воплощается. Души. Интересен вот какой момент. Я до сих пор, конечно, не могу принять это, не принять. Значит, когда нам подсказали, что вот вы ищете все время, значит, Всемирный совет цивилизации где-то там в космосе и так далее, а он здесь у вас на Земле, потому что души, которые приходят и в маленьких этих зародыши входят, значит, они и есть представители иных цивилизаций, которые их посылают сюда сквозь толщу Вселенной, чтобы прийти сюда и так далее. Этот Всемирный совет цивилизаций, он здесь, на Земле. Эти души. Вот я не знаю до сих пор, потому что сказано было дальше. Это просто интересно и для понимания, и для дискуссии, что, значит, у вас солнечная система, в ней солнце играет роль некого аккумулятора. И жизнь в этой вашей солнечной системе, она идет по кругу.
что если одна планета подходит по качественным характеристикам консервации, угу. то жизнь продолжается на другой планете. Угу. Не обязательно она должна быть белковой. Она угу. может быть кремниевой или в виде Конечно. Шаровой молнии, да. в виде сгустка энергетического и так далее. Если вот здесь количество характеристик достигло определенного значения, для вас это будет понятно, если мы скажем, что это определенная напряженность поля, там другие характеристики, потому что этот спектр очень широкий, и для вашего понимания пока еще вы не можете правильно интерпретировать, осознать это. Но после, когда жизнь на ней прекращается, идет очистка от негатива, негативной энергии. Она сливает эту негативную энергию, происходит очищение, и потом через где-то примерно через 2 миллиона лет приходят новые цивилизации, заселяют опять. И так это идет жизнь вот по кругу. Но здесь вот... Та информация, которую нам давали угу. в свое время, все-таки не по кругу, а по спирали. Потому как души приходят с разных миров. Да. От да. разных богов. Мы говорим, что есть единый бог. Да, у нас он Рамхой Великим называется. И там уже род, родпородитель, сварог. Вот интересный очень момент, поскольку... Нам-то как раз у меня даже статья есть, как надо правильно разговаривать своим языком с Богом. Значит, было дано, что Бог в том понимании, которое вкладываете в него вы, это энергоинформационные мыслящие субстанции на уровне элементарных частиц, пронизывающие все окружающее пространство. Почему и говорят, что частичка Бога, она и внутри нас, есть, в душе. И да. внутри нас да. есть. И вот эта вот субстанция полевая, значит, она способна творить миры, галактики, да. вселенные это и так далее. И свет вот, жизнеродящий он называется вот, в традиции. Да, вот это основной бог. Есть эгрегорные боги у каждого есть, народа, да. которые созданы за счет верований этих людей. Это там Иисус Христос, Будда, там Аллах, как разговаривать своим языком с Богом. Потому что или взять Всевышний Творец, или взять эгрегорный бог, это поле энергоинформационное. И как оно помогает, потому что Бог – это не спонсор в белых одеждах на облачке сидит, к которому обращаешься, он тебе там что-то дает. Да. Это как работает механизм этого? Если я обращаюсь с просьбой туда, то я должен эту свою просьбу, молитву, я ее наполнить энергией. А для этого я должен себя уравновесить, должен быть в гармонии. Когда вот моя внутренняя энергия, она будет вложена вот в этот мой посыл. И если этой энергии достаточно, злиться ни в коей мере нельзя. Мы иначе не насытим энергией да, вот этот вот свой посыл. И если мы его насытили нормально, этот наш посыл туда, он входит в резонанс вот с этим полем. Будь то это поле эгрегорного бога или Всевышнего и так далее. Это высокочастотные субстанции божественные. И тогда мы на этом резонансе тянем дополнительно к себе эту энергию. И вот эта энергия, она создает условия вокруг, структурирует так пространство, что мы можем реализовать то, что надо. То, что задумали. Потому что главное – это искренне обращаться туда это и да, с верой. Точно. Это главное вот в поле в это войти и потянуть на резонансе вот эту дополнительную энергию. Она уже все сделает. У Сергея Алексеева есть книга замечательная «Волчья хватка». Бога ведаю. Это наша настольная книга. «Волчья хватка», где он говорит «воин». Там же воин, Сергий, воинство рассказывается об этом. В 40 лет мужчина готов, вот он искал себе уже вторую половину.
И она ему была наречена еще задолго-задолго между двумя родами. Еще мы можем вспомнить о институте свах, которые знали до 7-9 поколения те роды, которые должны были соединиться между собой. Это были ведущие матери, знающие о здоровье, о психотипе, характере невесты и мужика. Вопрос, когда можно молодым людям соединяться в семейном союзе? Вот я так бы сказал. Значит, я бы сказал так. Когда появляется внутри осознанная ответственность за вторую половинку, за будущих детей. Правильно. Брак – это не удовольствие. Это удовольствие – слово «оттуда». От как раз половой системы. А сколько мы вот не разговаривали, сколько не учили ребят. Говорим, ребят, вы, когда ваши хотелки, у вас идет половая система, половое влечение. Это не любовь есть. Это душа должна быть, срезонировать с другим человеком. А потом надо еще учиться чувствовать друг другу, как вы соединяетесь, хотя бы подружиться. Вот мы сейчас всем говорим, ребята, давайте дружеский коллектив, дружеский, хотя бы 10 человек, который должен переселенческим проектом заниматься на деревню. У нас, я вчера посмотрел по статистике, было в 56-м году 256 тысяч деревень. Сейчас у нас 153. Чуть-чуть подросло там на 1000, по-моему, как-то народ сейчас начал двигаться. Но 100 тысяч пустых деревень. Красивейшие места. Смотри, когда вот это начался весь этот развал Союза и так далее, значит, мы задаем вопрос, очень интересные, конечно, были ответы, оттуда идет ответ. Когда в небе ворон, все цыплята бегут под крылья матери курицы. Вам нужно было давно открыть на границе все окна и двери для своих соплеменников. Точно. И не нужно их сосредотачивать в этих крупных городах. У вас брошенных деревень полно. Проведите туда хотя бы грейдерные дороги, начальные школы, фельдшерские пункты и дайте людям землю. Они не только себя прокормят, конечно, они и вас будут кормить. Чем отличается вера от религии, как вы считаете? Вот я свою точку зрения скажу, вера, которую мы ее исследовали. В древнерусском языке, в славянском, вера – это ведущий божественное сияние. Вея – ведущий, ра – божественное сияние богов. А религия – это повторение, то есть повторение какого-либо учения или части этого учения. Вот тем отличается. Мы подходим к корням в данном Тогда случае. Вера – это достижение человека просветления знанием. Значит, верить можно во что угодно, но вера становится религией только тогда, когда она сплетается с правилами, правилами поведения, мудростью восприятия, оценкой поступков и взглядом в будущее. Только на первом этапе своего возникновения религия служит людям. Потом приходят служители культа, и религия превращается в элемент управления людьми. Ну, вот так. А вера не превращается в элемент. Вера нет. Верить можно во что угодно, но вера, как вот и нам сказали, да, достижение человеком просветления и знанием. Вот, поэтому... Ну, это правильно. Ну, разум, просветленный разум. Да, просветленный и разум. И вот слово «любовь». Вот, знаете... Любовь – это главное. Любовь, потому что мы сегодня это слово настолько ниже плинтуса опустили. Да. Любовь – это высокочастотная энергия. И Бог – это любовь. И поэтому, вот, когда мне приходится беседовать с молодежью, я им рассказываю про эгрегор пары, что если вот два человека, мужчина и женщина, начинают жить в каком-то новом месте, вот они сошлись и так далее, то в процессе своего общения они формируют свой эгрегор. Это в чем, что это такое? Это надсознательная психическая энергоинформационная сущность, которая зарождается на основе взаимоотношений двух
двух людей. И если эти взаимоотношения, они строятся на основе уважения, любви, нежности, ласки, то направленность этого поля будет позитивная. Вверх. Вверх, да. И, но дело в том, что если мы родили эту надсознательную психическую энергоинформационную сущность, она требует каждый раз подпитки. И поэтому, когда вот эта парочка, она вечером собирается, то вот эта вот сущность, которая у них в квартире, в доме, она будет их провоцировать на проявление нежности, ласки, любви друг к другу. Значит, если же это на ревности, на неуважении, на конфликте построено, то это будет не дом, а ад. И человеку не будет хотеться приходить домой, поскольку он будет знать, что сейчас на пустом месте подпитывается эта штука отрицательными энергиями и эмоциями. И поэтому сразу будет конфликт. Конфликт, жена ругаться, и поэтому будут обманывать друг друга для того, чтобы не приходить раньше домой, там к подружке зашла, там в парикмахерскую или там на футбол уехал, там и так далее. Это начинается уже здесь формироваться отчуждение. Значит, а мы-то забываем главное, что для любого государства главное это основание, на чем оно стоит, это счастливая семья. И если эта семья, она строится на основе любви, уважения, справедливости и так далее, то и государство будет сильнее. Если идти от божественного начала, то, естественно, никаких этих договорных браков там или гражданских браков. Две половинки определяются. Сначала там наверху определяется потребность в людях вот такой направленности, которые должны быть на земле. А потом соединяются. Божественный союз. Божественный союз. Не надо никакой росписи, ничего. Своя половинка находит свою половинку. Это потому что откуда и пословица пошла. Первый это брак, он на небе совершается. Конечно. Поэтому нашли, а дальше уже они должны как раз дать то потомство вот с такими качествами, которые необходимы на земле. Но уже среда обитания, она вносит свои эти коррективы. Коррективы. Но следует сказать, что первое знакомство, оно должно по душе быть обязательно. Так, потому что не по половой системе, а по душе. Подобные притягивает подобные. Да, только по душе. Только по душе. Конечно. Вот я, у меня до жены не было. Я не встречался ни с кем, тем более близости не было. И вот я в институте ее встретил. Я 2 года с ней ходил за ручку, пока первый раз я ее поцеловал. И на Целину выезжали, и все, девчонки были воспитаны строго. Такой строго. Папа директор школы, мама учительница русского литературы. Значит, без благословения нет. Я говорю, давай на Целине свадьбу сделаем. Я комиссаром был тогда, отряд, это уже последние курсы. Значит, как же без родительского благословения, нельзя, ничего. И вот приехали, когда у нас комсомольская свадьба была в институте. Это, я говорю, не надо никаких подарков, сбрасывайтесь по 10 рублей, потому что заплатить за кафе надо и так далее. Ну, 120 с лишним человек было, ну, целинники все. С кем это тогда-то жили одной семьей. Не привыкли мы, чтобы есть, обязательно вот гости. Это, ну, что тут говорить, мы конечно. С тобой одной крови. Точно. Ты и я. Мне бы хотелось сказать еще несколько слов про наших детей. Потому что прежде чем паре заводить ребенка, сначала необходимо построить пространство любви. То есть там, где они будут жить, где они будут ребенка зачинать и так далее. Поскольку я уже говорил, что зародыш человеческий, когда имеет величину 2-3 миллиметра, он уже начинает записывать всю информацию.
И поэтому приходит, когда человек рождается, и это человек уже с наработанным интеллектом за те реинкарнации, которые он по жизни прошел. Но этот интеллект у него помещен вот маленькое вот в такое тело, которое должно дальше развиваться, эволюционировать и уже обогащать эту душу новыми качествами какими-то и так далее. И поэтому ребенок, когда он родился, здесь главное правильно его воспитание, значит, наладить. Его ребенка нельзя воспитывать, это не робот. Его нужно взращивать на личных примерах. Он должен видеть все, что делает папа, мама, как, чего, и ему это нужно объяснять, для чего. Потому что ребенку в первую очередь надо помочь, научить его, как учиться. Как учиться от жизни, как учиться от этих предметов. Он хочет знать, а для чего я вот это учу, а как мне в жизни это пригодится. И когда это осознанно, когда все понятно, тогда это усваивается. Не надо заучивать, потому что осмысление управленческой программы нашего биокомпьютера. А что такое осмысление? Это когда приходит информация, и человек находит смысл в этой информации. И уже мозг, он начинает идентификацию. А заложено там что? Что я могу этот смысл сравнить и так далее. Потому что наш мозг, он может принять только ту информацию, к которой готов. И поэтому я вот на примере то, что вот занятия провожу, лекции там читаю. Если человек не готов, это как баран на новые ворота. Да, это точно. Поэтому мне говорят, ты попроще, ты это. Я говорю, ну смотрите, у меня здесь 90% люди с высшими образованиями и так далее. Они знают, что такое эгрегор, они знают, что такое квантовая физика. И пришли, которые вообще ничего не знают. Я не могу опускаться вот с высшей математики до уровня арифметики. Да, сюда. Конечно. Потому что нужно или ты подгоняй, да. Значит, себя изучай, смотри, и тогда только приходи. Потому что опасность, я вот предупреждаю, развелось очень много различных психологических школ, ну, да. Тренеров там разных и так далее. В чем опасность? Значит, вот этих всех школ, центров психологических и так далее. Опасность в том, когда вот эти вот знания дают человеку, навязывая их, когда сверху давлением нельзя давить. Духовными знаниями надо делиться. Делиться. И человек должен взять то, с чем резонирует душа. Потому что нам сверху 3 года нам давали знания очень мощные. И система выборов, и система государственного устройства. И как нужно заводить семью, и как разговаривать своим языком с Богом и так далее. Значит, и это все нужно разложить по полочкам где-то. И они оттуда и говорят: вот мы вам дали за 3 года вот столько знаний. Вот задача ваша сейчас – построить храм знаний ваш из этой, то, что сдали. Потому что знания заработают только тогда, когда они станут с вашими убеждениями добровольно. Когда ты читаешь, ты смотришь: о, и я так же это думаю. Да, мы да, с тобой единомышленники. Наши. Да, наши, это да. Все правильно. Мне не нужно заучивать ничего. Я просто подтвердил, да, я на правильном пути, вот то же самое и так далее. И оно тогда останется. И я говорю, вот у меня полно, там 37 книжек написал. Вы смотрите по статьям, по названиям. С чем срезонировала душа, то открыйте. Открыли, заведите себе общую тетрадку и выписывайте то, что вам, на ваш взгляд, необходимо. Я вот девчонок говорю, вот что вы должны знать. Первое, что пристают там к вам ребята, не надо грубо ничего, ты только ему скажи. Посмотри вот так,
сверху вниз и скажи, кто не понимает сущности женщины, у того любовь не поднимается выше пояса. Ты вежливо опустил его ниже плинтуса. Или что такое брак? Брак – это не удовольствие, а труд равных половинок. А второй брак – это победа надежды над опытом. Потому что один хрен и так далее. А семья – это как дом. Ее нужно уметь строить. Хорошо представляя себе, что такое внутреннее убранство, а что такое внешний фасад. Да. Поэтому счастлив тот, кто самодостаточен в том минимуме, который у него есть. Правильно. Которого изнутри не сжирает жаба зависти. Точно. И когда ко мне приезжает телевидение, ой, Борис Константинович, ну что вы так бедно живете, вот у вас стенка вот эта шатурская 72-го года из ДСП. Я говорю, ребята, у меня ценности совсем другие, понимаете? Вот и вам скажу, что для вас самой главной ценностью должно быть в приоритете ваше здоровье. Кратко поговорим о самих конах. Что такое коны? Это правила, по которым мы живем во всем мироздании. Итак, кратко. Кон совершенствования. Каждый обязан развиваться духовно, энергетически и физически. Каждый человек имеет разные уровни развития. И об этих уровнях мы говорили ранее. Кон воли. Каждый имеет право на свой путь. Кон созидания и творения. Идя по пути созидания, ты вернешься к Богу. Кон тождества. Во всем большом есть малое, и во всем малом есть большое. Кон подобия. Подобное притягивает подобное. Кон резонанса. Весь мир состоит из зеркал, в которых мы видим отражение самих себя. Кон реинкарнации. Мы с вами где-то встречались. Кон карны, богини. Этот кон говорит о том, что каждый получит за свои деяния ни больше, ни меньше. И каждый получит свое. Око за око, зуб за зуб. Кон соответствия. Богу – Богова, кесарю – кесарева. То есть каждый из нас должен соответствовать той профессии, тому пути, которым выбирает. Сапожник должен шить шикарные сапоги и ходить в шикарных сапогах и так далее. Любой профессионал должен соответствовать в душе своей профессии, которую он служит. Кон мира мыслей. Держите свои мысли в чистоте, и таким образом вы творите мир и покой и живете в счастье. Кон магнетизма. Все сильнейшее притягивает к себе слабейшее. Вы это можете везде наблюдать. Как сильные личности притягивают к себе более слабые. Вот это есть кон магнетизма. Кон обмена. Все в мире живое. Все излучает и поглощает. И энергию, и информацию. Весь наш мир состоит из потоков, которые поглощаются или излучают. Кон сохранения энергии. Энергия, информация никуда не исчезает и никуда не девается. Она переходит из одного состояния в другое. Кон отдачи. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И это жизнью подтверждается. И это жизнью подтверждается. А что такое закон? Чем отличается он от кона? Закон – это то, что вышло за пределы кона. В современном мире мы наблюдаем то, что как раз живет по закону. Этот мир несовершенен. Он разрушается, и межличностные отношения негармоничны. Вот что мы наблюдаем. Об этом говорят все вокруг, что мир закона несовершенен. Друзья, наконец-то мы издали брошюру «Коны». Это настольная книга, которой я пользуюсь уже более 25 лет. Но мы ее издали. Ее можно брать с собой в дорогу. И вы найдете всегда подсказку для любой жизненной ситуации, которая с вами переключается или происходит. А эту книжку можно постоянно читать, постоянно обращаться к ней. Вы ее можете приобрести в нашем интернет-магазине, пройдя по ссылке.